Всем привет! Mercedes Vito 639 модель 2012 года. Ну, в принципе, они все одинаковые, там с 2003 или 2004 по 2016 год. В общем, задние колодки, ручник, чтобы не мучиться особо, искать, светить фонариком. Вот, у вас кожух. И вот видите, в принципе, 11 часов, смотря как смотреть, слева или справа, в общем, где кожух, видите, заканчивается. И здесь уже тогда отверточкой подковыриваете вниз. Вот так вы их. Начинаете растягивать, то есть поджимать, видите, вот таким делом, а наверх вы их просто сжимаете, то есть чтобы они не терлись об диск задний, диск тормозной. Вот, в общем, как-то так. Всего спасибо.